автоматов. Сегодня 27 февраля. Скажу так, еще, правда, рановато. Но поскольку участок у меня находится вблизи с лесом, и у меня будет в этом году в открытом грунте, поэтому посев уже можно начинать сейчас. Кто сажает в открытом грунте? Буду сажать я сегодня от партнера практически все семена. И показывать я буду сажать вам, как сажаю томаты черри краски. Итак, сажаю я в кассету. Ой, она мелкая. Посмотрите, вот такая вот кассета, видите, она какая мелкая. Я заготовила уже вот такие вот палочки, про них я рассказывала в других видео. Я подписала название. И теперь я буду сажать. У меня грунт легкий, с перлитом и с удобрением пролонгированного действия, то есть которые будут долго действовать. Грунт у меня пролит, но давайте еще прольем, потому что я его поливала, я не помню сколько назад дней, но, по-моему, дня 2-3 точно. Это агрофирма «Партнер». Вот в таких вот красивых у них семена, в таких красивых вот пакетиках. И семена вот в таких вот. Видите, какие они? Очень красивая упаковка. Вот. Видите, написано, что это семена «Партнер». Итак, открываем. Внутри там, кстати, фольга, ну вот, которая такая, знаете, короче, отображает, которая. И все семена, практически все семена у них обработаны. Итак, мы открываем. Черри краски — это очень вкусный, раннеспелый и детерминантный томат. Так, сейчас мы достанем семена. Итак, семечко я взяла. Теперь я немножко делаю маленькую лунку, погружаю семечко и закапываю. Сейчас это ближе покажу. Вот, видите, у меня все подписано. Вот такой вот у них пакетик. Не каждую такого встретишь. И, как я вам объясняла, внутри у него находится фольга, что при попадании воды, если попадет вода, семена не испортятся. Итак, я делаю лунку. Вот такую маленькую. Бросаю семечко и осторожно прикапываю. Далее я поливаю из брызгалки осторожно. И ставлю под лампу, накрывая обязательно какой-то пленочкой или крышечкой, как вам удобно. Уже через 3-4 дня начнут появляться всходы. Ранее посаженные мной помидором, это мишка на севере. Видите, уже появляется петелька. Вот мы с вами и посадили мои помидорки. Будем ждать всходов. Ну а давайте сейчас пока что я вам расскажу про помидоры, которые я еще, в общем, посажу. Как я уже говорила, это будет томат для защищенного грунта и открытого черри краски. Дальше. Тоже от агрофирмы «Партнер» «Герцогиня вкуса». Томат от Айлина. Томат от Айлита Ляна. Он раннеспелый и для открытого грунта, что меня заманило. Вот такой красивый томат «Копилка». Это от Айлита. От агрофирмы «Партнер» «Джекпот». Его не нужно ни подвязывать, ни посынковать. Томат от Айлита «Дива Дивная». Сажала в прошлом году. Они просто как персики. У вас еще есть время какие-то докупить. Очень советую вам «Дива Дивная». Оно просто как персик. Томат от «Партнер» Верочка, от Айлита томат называется «Вкусный приз».
У него, посмотрите, какая интересная окраска. И от Айлита амурский тигр, тоже очень интересная вот такая, видите, окраска. Сажала бабушка у меня в том году, я пробовала, они мне очень понравились, поэтому посажу. И я в этом году. Вот, вот такие вот дела. Ну, а с вами была Даша. Надеюсь, что было полезно это видео, и вы не допустите никаких ошибок при посадке томатов на рассаду. Дальше мы с вами будем и посынковать, и переваривать в больший объем. Все-все будем. И удобрять, потом пересаживать в грунт, подвязывать, собирать урожаи, гуляя по моему участку. Все-все обязательно будет. Увидимся в новых видео.